Книга «Открытым оком», том 9, тема «Вера», вопрос 2228. Должно ли доказывать правоту нашей веры несогласным с нами, или пусть уж каждый верит, как ему нравится? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сказать раза два нужно, а потом можешь искренне, любящей молитвой, и спрашивать милости для заблудших. Титу 3, 10-11 стихи. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. 2 Тимофею 2, 25-26 стихи. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Дело миссионерства решительно противопоказано неискренно верующим или живущим не согласно заповедей Божьих, не смиряющимся перед указаниями Бога и Иеговы. Такой пусть свои раны зализывает, прежде чем других учить. Предлагать можно и на верцу то, что многократно лучше того, что есть у твоего соперника. Надеяться на скорый успех, что ты еретику какой-то предмет чуда покажешь или удачно рассмешишь его, это в деле благовестия не подходит. Нужно тщательно проанализировать, какой стих главный, на котором споткнулся сектант, как ему указать его заблуждение. Бояться того, что еретики через свои странные концерты многих завлекут, не нужно. Это все шелуха, мусор на реке, и как пену сдует, и уйдет оно. Искренне имеющий страх Божий обязательно будет искать высшего и искать в историческом наследии на основании Библии. К нам в город лжепророки-адвентисты забросили коварных обольстителей. Спортзрелищный дворец кипит и злится, стал на полмесяца еретикам обителью. Как обходительны и вежливы они, заморских праотец любезные сектанты, бездушные готовят души для войны, похлеще, покрупнее, чем Антанта. Археология, цари из Вавилона, мозги штампуют древними печатями, ни крестного знамения, ни поклонов, осеменяют демонским зачатием. На это сборище и шабаш злых недугов истрачено несчитанной валюты, чудовище свистит, и начались потуги, пометки в метриках за подписью малюты. Мы молимся, чтоб вечный Иегова разрушил наваждение, спас бы Барнаул. Змей древний, сатана Христом закован, но на афишах хитрых восстал Вельзевул. Один священник, чтец и две сестры от нашей общины пришли на это действо. Крушение корабля, ехидна и костры, и Павел, и Иерей замешивает тесто. Читают вместе, да воскреснет Бог, да расточатся прочь антихристовы слуги. Как взволновалось море и показался рок, блокируют слова, хватаются за руки. Куда исчезла их интеллигентность, сюсюканье побритых мудрецов? Взрываются отбритые моменты, Навуходоносор искривил лицо. Иисус Христос, святая Преснодева, и ангелы-хранители, на помощь! Благословить бойцов от церкви, Божие дело, да сгинет сгусток тьмы, настала полночь. 16 мая 2004 год, Игнатий Тихонович Лапкин.